Здравствуйте, это очередной эпизод видеоверсии сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам об отзывной компании Lexus и Toyota в России. Росстандарт сообщает об отзыве в России транспортных средств марки Toyota, Highlander Land Cruiser Prado RAV4 и Lexus RX200T, RX350, RX450H в количестве 82 641 единица. Под компанию попадают машины, реализованные с декабря 2015 года по настоящее время. Как уточняет пресс-служба ведомства, причиной для отзыва данных автомобилей послужила особенность уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки. Не исключается вероятность образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки. Что со временем может привести к появлению трещины в нагревателе. Если такая ситуация возникает, то вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае – к возгоранию. В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей ООО Toyota Motors свяжутся с владельцами транспортных средств, попадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих транспортных средствах заменят форсунки стеклоомывателя лобового стекла на модернизированные. Все работы будут осуществляться совершенно бесплатно для владельцев транспортных средств. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте авто.ру или на сайте Росстандарта. Если транспортное средство попадает под отзывную компанию, то владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На данный момент это все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!